Все, игра начинается. Один ноль кин ведет, говорят, ребятки. Сейчас я вам сетку покажу быстренько, чтобы вы поняли, что происходит. Это Дуюкап номер 12. Ким против Айосон убьется. В финале ждет победителя Депарчу уже зерк кореец. Вот это мы сейчас и посмотрим. Возможно, 2 ТВЗ, Шкин и Асону, возможно, развалят и будет с Депарчу биться. Как-то так. Ребят, сейчас я вернусь, подождите. Улучшение завершено. Смерть на пороге. СМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. Улучшение. Все, ребят, я здесь. А это что за моль летает? Собака, блин. Ушла. Ну что, Киноминка здесь. Готовится он ко всяким ко всякого рода врывам. Асон тут овером рядом летает. Ну и что у нас? Будет передроп-то вообще? Да, будет передроп. Медивак строится здесь. Танк строится. Ну, саплай-блок какой-то большой у Кина очень случился сейчас. Овер уже никуда не денется от этих злобных ребят с автоматами. Они его очень быстро уничтожат. Овер минус. Неплохой залп Минка делает. Королеву минус.
Передруг Мариков идет, плюс Рипера здесь и танчик еще живой до сих пор. Сколько Мариков, кстати, Мариков-то много здесь, между прочим. И Кин очень сильно сейчас третью хату начинает Асону напрягать. У него кроме лингов ничего нету в заказе. Роуч Ворон поздний, но добавляет. Вижу, ставится сейчас спорка тут близко. Пытается. Так, танк на спорку переагрился. Нужно отходить Мариками сейчас. Точнее, лингами под Мариков, под танк. Мариками, простите, под танк. Что я несу вообще? Медивак теряется первый. Второй переводится сейчас назад. И Кин еще юнитов боевых своих перевозит. Короче, контроль хороший идет здесь со стороны Тирана. В плюсе он здесь явно. У Зерга не третья, не добывается. Да и по потерям тупо у Тирана все лучше. А то, что третья не добывается, так это вообще фейл. Либератор разложен. Можно танчиком сейчас помочь. Еще здесь агрессии. Что это значит? Твою просто приветствие. Геймерская приветствие. Так. Достал сейчас Асону до танка. Либератора тоже забрал. Рипер с Мариками здесь остаются. Последний бой принимают. Рипер еще мог бы улететь, а Марики-то уж точно отсюда деться никуда не могут. 7 роучей заказано у Зерга. Ну, Тиран тут прессовал очень жестко. За это время третью сэшку занял. Отстроил много юнитов. Танк выводит. Бараков добавляет еще новых. 5 штук уже бараков будет работать. 1-1 делаются. Щиты с ним делаются. Медиваки заказаны. Так, тут кино небольшое, такая тема кривенькая происходит. Рабочих на третью еще много, а на второй в итоге мало КСМок, но точка сбора возвращена на вторую базу. Сейчас он на второй восстанавливает, собственно, добычу всю. Полетел харасить двумя танками, Кин, может быть и тремя сейчас полетит, не знаю. Проверяет ксилнаги. На одной ксилнаге линги. Так, линг был. Здесь у нас видит реводжеров, видит лингов. Кин прекрасно. Дропнул умграунд. Подрезает пару лингов. Здесь реводжеры пришли. Законтролил обе ксилнаги сейчас в центре. Вижена много. Становится очень даже. Так, криптум уже пошли, четвертую ставят у нас и Асону. По лимиту, кстати, нормальная Асона идет вполне, и грейды пошли. Сильный достаточно зерк этот китаец, прошу прощения. Ну и сейчас микозы нормальные зайдут. Оп, микоз на танке, хорошие фаербулы пошли, посмотрите. Два танка минус сразу, фаербулы попадают по марикам. Хорошая инициация с Транзерга была, но вот зачем драться с хайграунда реводжерами было и всех их отдавать, вот это уже загадка для меня лично. То есть ни в коем случае нельзя было делать это и Асону сейчас, но он сделал и отдался в итоге. А мог подраться вообще в мясо, то есть инициировал, танки убил, Мариков убил, отошел назад, сконцентрировал все здесь, вниз отсюда вышел, например, с ХГ вместе с реводжерами. Либо просто отступил бы, ждал бы врыва дальнейшего. Здесь двух направлений пытается Кин разводить. И, кстати говоря, вот на одном направлении Асону пришел отбиваться.
а на втором вообще ничего у него нету, не готов. И, между прочим, играет без мувовером в апреле 2016 года. Я сону, что ты делаешь? Только нахвалил тебя, а ты без мувовером играешь. Как это вообще без мувовером? Так, здесь фаербольчики пошли мимо. Здесь Кин развалил, там Кин развалил. В итоге проблемы у Зерга везде абсолютно, и ничего он не может сделать с этими проблемами пока. Хотя нет, вот здесь вот отбился. Вроде, кстати, лимиты, 20-ку уже разница, только до заказа 30. 13 роучи, прошу прощения, лимиты сравнялись более-менее. Расшат идет опять же по всем направлениям, как и был. Танки снизу прилетают, чинит с мейна танки еще прилетают. Здесь танк атакует очень жестко. Фаербол не попадает. Под Так, под Микос попадает Кин. Еще один Микос. Ну где Реводжер? Реводжер отсутствует, фаерболов тупо нету. В это время Био через центр приходит еще здесь. Сзади танки дроп, здесь танки вообще ни с чем не дерутся. Нужно отступить под танки. Что Кин и делает в итоге, отступает. Тут, кстати говоря, Брудлинги очень неплохо помогли, пару выстрелов. Пару выстрелов взяли на себя. Здорово, окей, еще раз. Или тебя не было, погоди-ка. Мне показалось, ты был в нем. Вот. Ну что, ждем финал. Департчу против Кина. Должно быть весело. Что ты пришел? Опять ко мне. Оп. Опять пришел ко мне кое-кто здесь. Вот такой вот хвостатый. А я жду финала. Чалик, что такое-то? Что случилось-то? Еще рано нам идти-то даже куда-либо. БВА, привет. Так, Клауди инвайтит.
Ну чтобы опять Кинг против Депарчу корейский финал. Найт Райдер, привет. Короче, всем привет, ребят. Очень ранний лейер вижу у Депарчу. Муфлингом делается. Возможно, это спайр, а может быть, даже и Нидус он собирается впилить. Пока, честно говоря, я даже понять не могу, что именно это будет. Ну, овер подлетает понемножечку. Роуч урона не наблюдается, значит, скорее... Хотя, посмотрите, газ всего лишь один, и второй даже не пилится, что самое интересное. И на спайр-то 200 газа нужно. То есть, как бы здесь... Так, 8 дронов. Хотя нет, 2 газа как раз на золоте Депарч запиливает. Сейчас, судя по всему, все-таки спайр это будет. Как раз к готовности лейера накопится 200, закажет спайр. И там дальше будет как-то уже от этого исходить, видимо. Ну что, рипер к третьей прилетает, палят все здесь. Дропщик от Кина пошел. Спалит ли спайр? Вопрос хороший. Минка успела вкопаться на последней просто там секунде. Ну хорошо законтролил Депарч, кстати, дрона отвел сейчас прямо. Прям четко отвел. Но не морфит оверсиры сейчас. Королев теряет на ром. А, не, оверсир вообще есть здесь. Кстати говоря, линги отдаются. Оверсира можно отогнать. Было, все-таки королева минку забрала в итоге. Еще одна королева сейчас, кажется, упадет. Кин прилетел одним дропом, просто так, такого шухера навел. Даже учитывая то, что Минк всего одного дрона убила, он просто наубивал мариками там 3 или 4 королевы, да лингов наубивал.
Здесь у нас чейнджлинги бегают. Кстати, не видит их Кин вообще, этих чейнджлингов. Куда полетел-то? Заходит Депарчус. Спалил абсолютно все здесь на мейне. ЦСшечка 3 теперь летает. 1-1 здесь плюс реакторы. Потому что здесь бы туреточку еще одну запилить или где-то. Реакторы вообще не прикрыты. Ну, хоть туретка инженерки прикрывает, и то хорошо. Талиски летают. Милишные грейды Депарч переходит сейчас. Милишный стиль. Ну, по лимиту близок он с кином очень, кстати говоря. Три либератора овера забирает сейчас Кин. На воздух, кстати, делает Депарчу армор. Ну, правильно делает, либераторов очень много. Это снизит их эффективность очень хорошо. Здесь у нас какой-то пошел выход на некотором количестве мариков. На небольшом совсем количестве мариков. 13 штук плюс танк плюс 3 либератора. Залетает Кин, сейчас это Стим еще даже не готов, через 5 секунд он только будет готов. Но здесь Беллинги тоже без мува, с другой стороны. И Беллинги еще дольше будет ему делаться, чем здесь Стим. Либераторы все отдались, марики все отдались, танки отдал. Сейчас Медивак еще настигнет один, как минимум сейчас. Депарчу Медивак не улетел. Второй хоть улетел, и то хорошо. Щиты заказаны, 1-1 у Тирана готовы, но он щиты отсутствует сейчас напрочь вообще. Можно сейчас Беллингов, кстати, прямо здесь подморфить, было бы попытаться продавить, например. Но Депарч принял решение, что нет, не будет он так делать. Кин сканет, видит, что здесь атаки на него не идет, и расслабится сейчас немножечко. Марики врываются. Точнее, мутка врывается. Марики врыв пресекают очень быстро. 2-2 грейды делаются у Тирана чуть раньше, чем у Зерга. Четвертая ЦЦшка. Здесь золото блочится. Кстати говоря, овером очень неплохо. А здесь, смотрите, какой минный район. Сейчас вот мутка в стейке, если здесь нелепо как-то полетит. За залп минус вся мутка может быть вообще. Поэтому, собственно, и 4 минки закопаны, что они за залп сплэшем всех муталисков могут забрать. И марики крип повыбивали, но минус все марики в итоге. Здесь минки пока не трогает Кин вообще. Не собирается никуда. И, кстати, Депарч, ой-ой-ой, здесь он опасно летает в опасной близости от минок этих. Кин пытается его отогнать. Сагрил. Блин, так сейчас за... Повезло, повезло Депарчу. Вот если бы он всеми летел, могло бы произойти то, что произошло с этими двумя муталисками. Просто они попали бы на минки, все эти 4 штуки, и дэмэдж бы был просто гигантский нанесен бы. Но они никуда не попали, и кажется, Депарч вообще вперед собирается прессовать по муталискам залп. Минка делает неплохой дэмэдж, нанесла. Будет ли врыв? Нет, передумал, судя по всему, Депарчу врываться. У него 5-я хата уже добывается. Экономика, в принципе, хорошая. Хайв делает. Почему хайв такой поздний? Уже ультралискерн давно-давно можно было бы добавить.
А минки-то как были там 4 штуки, так и остались, между прочим. Запомнил ли этот момент Департ? Хорошего. Ну, кину, ёпар, СТ, что ты наделал, а? Такой ты, блин, вообще, я не знаю, перекапыватель. Ну, он не видел, где юнит из Эрга, и так это невезение называется. Тут Кин даже не особо-то виноват, то есть он просто решил перекопать минки в другом направлении, вот здесь вот базу защищать свою. Но не видел, как Зерг выдвинулся, в итоге минки вообще все отдались в никуда. И вынужден он драться снизу, со всех сторон Линга Бэйна заходит, мутка залетает, кажется, Кин разваливается здесь просто в мясо, 2-2, Департчу заходит, ой-ой-ой, сколько лингов. Бейлингов тоже много выжило. Муталиски что-то тут взад-вперед летает. Что не взад-вперед летает? Либератор уже давно всех сбить мог бы. Так, туретка падает. Либераторы сложились, да, говорят. Попробуй сбей, гаденыш нас. Своими этими козявками летающими. Сложились с земного дэмэджа на воздушную. Переключились атаку. И муталиски вынуждены улететь. Либератором одна атака готова. Сейчас здесь один армор есть всего лишь у муталисков. Не продолжает делать грейды сейчас на воздух Департчу, это не очень хорошо, зато делает 3-3 раньше, чем Тиран, делает адреналин, почему-то коготь заказал и отменил, вообще почему, не понимаю, ресурсов дофига вообще, тем более коготь дешевле, чем армор третий, не знаю, почему так сделал в итоге Департчу. Ну, адреналин делает, спайри грейдов не делает. Здесь 8 либераторов, все вычинены, между прочим. Корабль, что ли, побольше хотел заказать, я не знаю. Вторая атака на либераторов у Кина. Здесь Бэйны заходят, один минус, остальные тоже минус. Планетарка хорошо здесь выдает. Бейлингов минусует сейчас. Так и не возобновил продакшн третьего когтя, почему-то у нас Департч. Кин делает уже третью атаку сейчас на пехоту. Молодец. Так, здесь какой-то врыв идет от Департчу. Кин вообще не сплитит абсолютно ничего. Марики подставляют спайдбейнов, часть мариков сливается, но вроде как отбился. Тут ультралы вовсю поперли. Дропщики идут от Кина одновременно. Ну, рабочих много, он сбривает здесь действительно этим дропом. Ну, здесь уже маскарапторы, муталиски, ультралы везде. Врывы идут на дальнюю базу, но ультра сейчас приходит, уже грейд готов на арморчик. Шкура, панцирь. Жесткий. Уникальный апгрейд. Поэтому здесь уже никто ультралом ничего сделать не сможет из этих юнитов. Две атаки на либераторов уже, кстати говоря. Опережает воздушный армор зерговский. Либераторов уже 18 штук. То есть у Кина такой жесткий микс. Главное как-то не отдаст. Третья атака пошла. По воздуху он вайпера есть. Вайперов две штуки есть. Ну, кстати говоря, даже если нормальный сплит будет, два вайпера не так уж много. Либераторы на клике воздух вообще примут. На самом деле очень жестко. Немножечко сплита элементарного им добавить этим либератором, и ничего не сделать будет зергу. Так, мутка летает тут рядом. В стек сейчас либераторов сейчас стечит. И ну Департч видит всех либераторов прекрасно.
Кин выдвигается вперед. Муда, что ты делаешь, Муду? Что ты делаешь, Кин еще мар? Ё-моё, жесть-то какая сейчас была. Если бы Кин еще контролил бы нормально бы просто, он бы сейчас бы не через оклик либераторов на местность бы управлял, а в стек бы Мутки раскликнул бы, и Мута просто там вот эти 13 штук улетающие просто за один залп бы просто лопнули бы все. Но Кин так не раскликнул, к сожалению, для него. Караптор прорывается. Что ты боишься? Что ты боишься? Какой мертвый, а? Че улетает, спрашивается. Вы видели, как за залп караптора снял вообще? Просто зерк, как вообще, я не знаю, ужасно законтролил, подставляет караптор. Тиран, забоявшись одной зеленки, всеми своими 20 либераторами улетает назад. Ну что это за такая игра-то идет? Один другого боится просто, ничего сделать не может. Ну, Зергу-то нужно было бояться. Чё, тиран там боялся? Вот это для меня загадка, конечно. Приходит Кин, пустое место на карте сейчас либераторами перекрывает. И Био давит базу пятую. Зергу сейчас. Ну, хотя в таком стейке от зеленки много дэмэджа можно было получить. Но второй залп обязан был сделать Кин и просто убить всех карапторов. И вывести просто зелененьких этих либераторчиков. Вычинить нужно юнитов всех воздушных, что Кины делают. Третья атака на либераторов уже готова. По грейдам вообще космос. Три атаки в один армор. Сейчас они вообще будут сдувать просто. Че Кин ушел, сейчас я вообще не понимаю, если честно. Атаковал бы, да, атаковал дальше. Два мародера, криптуморы в центре пробивают неплохо. Хорошо, крип выбил сейчас, но решил зерк, что сразу надо восстановить этот крип. Либераторов 22 штуки, ё-моё, как их много, как их много. Здесь инфесторы лезут под либераторов, у них приоритет, они, конечно же, их отфокусили. Что там осталось вообще? Один инфестор остался, двух уничтожил сейчас. Ну, чем тянет Кин, хочет, чтобы зерк на него ломился, судя по всему. Три атаки на воздух, ну вот просканю, видите, грейды, просто пойди воздух на клике развали. По земле тоже нормально за контроль, Кин начинает мудрить что-то, но... Как Хэппи сейчас начинает тянуть до конца вообще просто тянуть, до того, как зерк запас накопит и грейды все сделает. Гасты уже тут очень много, гастов. Ну надо тирану что-то делать вообще, чё он сидит, ну... Занял бас много, зерк не напрягает, ну сам активничает. Там 10 спорки ставят, ну правильно, чтобы либераторы так не жестили, конечно. Спорки можно ядерками выселять отсюда сейчас начинать. Так, ЕМП там почему-то кидается, не заметил даже почему. Либераторы складываются, вайперы под... О, вайперы без энергии, сейчас Кин просто выдвигается вперед. Можно даже пару либеров... Все, посмотрите, караптеры наламываются, либераторы на оклике, часть муткой дерутся, часть караптерами. Разверни ты их, убей ты, все просто, пожалуйста. Воздух убивает на оклике, 2-2 грейды на воздух, но здесь-то 3 атаки и 3 атакам пофиг вообще на 2-2 на эти. Вот давно пора было так тирану сделать, что он тянул это все время. Здесь гасты, все по отдельности бегает вообще. Гасты отдельно, био отдельно, либераторы отдельно. Воздух Кин сейчас забрал. Ультралов принимает под либераторами. Хорошо, ультралы падают. Спорки разваливают сейчас. Гастов не убил. Зерк. Сумбура идет и там вообще. Так, гасты подходят. Либераторы хорошо перекрываются. Нужно ближе подвести еще сейчас. Снайперит инфесторов. Снайперит неплохо. Здесь два гаста как были, так и есть, но они что-то тупят здесь. Вон, караптор пролетает, можно снайпернуть было бы.
Так, гасты на инвизе. Заснайперил все-таки кин ультрала. Гасты просто на оклике. Разваливают рабов, разваливают лингов. Здесь базу очередную кин убивают мародера мариками. Хату минуснет, конечно. Здесь вообще все рабы погибли на двух гастах. Очень большие проблемы. Кин идет вперед или гастов уводит? Нет, гастов не уводит, он рабочих хочет гастами подобивать. Жесть, что тут гасты учинили просто за беспредел. Уже зерк вперед поломился сейчас. Гасты просто базу унижают. Ломятся вперед сейчас у нас Departure. Либератов очень много. Зеленка кидается. Корапторы там стреляли. Минка своя же демедж, кстати, либераторам сейчас нанесла. Обратил я на такой момент внимание. Снайпершотится ультралы. ГГ пишет. Вообще в мясо, конечно. В мясо. Давно пора было размесить этого зерга вообще в хлам. Ну, кин в итоге все-таки размесил его. Но не сразу, конечно. Долго тянул что-то кота за яйца. Да, много либераторов, а главное грейды какие? Грейды-то великолепные на либераторах были.
Ну что, вторая игра. Депарчу против Кина. Долго что-то думали, начинать или нет. 1-0 Кин ведет. Депарчу более-менее так отыграл. Но что-то как-то он тянул, слился в итоге. Так, Twitch что-то отваливается постоянно. Twitch врублен был на самом деле. Улучшение завершено. Сделал стоп-старт, вроде пошло. Кин ведет. Рипером здесь ничего не нахарасил, прилетел так, полетал немножечко, гранатки покидал. Демодженного дрона сейчас уводит Депарч немножко подальше, чтобы его не убил Кин. Ну, Кин, собственно, и не убил. Мув заказан, лейер. А, это уже мув давно делается, лейер заказан. А линги вообще есть? Линги отсутствуют, кстати говоря. Потери там, отмененная спорка, по-моему, или что-то там. Сейчас минус было. Нидус у Депарчера, кстати говоря. Готов ли Кин принимать? Я вижу 8 роу сейчас. Продакшена что-то мало. Гелион и Рипер здесь есть. Назад надо возвращаться. Нидус запилен. Да тут нечем просто Кину принимать этот Нидус. Вот в чем проблема. Он вообще на него никак не реагирует при этом всем. Ничего не происходит, ребята. Просто какая-то говно из-под земли вылезает. Все нормально, не паникуйте. Сейчас все будет окей. 1-1, ребят, это точный расклад. Просто стоит и ничего никак не реагирует.
Ну а как он среагировал бы? Надо было вывести КСМ вокруг Нидуса плюс Мариков и пытаться фокуснуть Нидус. Единственный шанс был. Но тут недостаточно ДПС было, чтобы фокуснуть 1-0. 1-1, прошу прощения, ждем третью. Запрыгиваю в игру. Запрыгиваю в игру. Так, ребят, все здесь. А, да, есть был апельсинчик, а то засох бы. Бедняга. Что шаттл? Где шаттл? Ты о чем, братан? Ну, видимо, он с кем-то говорил, просто не туда написал. Форсфилд ставить прямо на место, где Нидус вылезает. Что будет? Форсфилд Нидус сожмет в такой маленький, короче. Вот. Юниты там все выйдут, окажутся в стейке просто, в жестком. И ты туда ядерку кидаешь, вообще все ништяк-то получается. Хотя, если юнитов будет слишком много, там такая давка начнется, что, может быть, даже сами подохнут все. Перегрызут линги. Ну что, муф лингом делается здесь у Департчер. Раскачивает хатку вторую пока что. Кин не играл через риперов в этот раз, ни через каких. Он просто разведка играет и с реактором. И можно овера принять. Вот на этой карте сколько не играл, сталкер сюда уводишь, овер летит постоянно. А играл-то пару-тройку раз. Сейчас скин пошел вперед, и куда он пошел, непонятно. Зашел, зашел бы овера, проверил бы. Не знаю, по-моему, тем более, когда не знаешь, где живет. Может зайти было, увидеть его. Так, здесь линга убить не получилось. Линга прогнал овера, что не видит. Согнал овера сейчас кин. Ну, нормально, сныкался.
сныкался, не отдался. Марики гелиончики строятся, уж не бы, уж не этот, не Хелбат Пушли здесь будет. Либо это Хелбат Пуш, либо просто Гелиона Марики врыв какой-то будет. Причем и то может оказаться очень опасным для тирана. Но Supply Block сейчас, и в итоге Гелиона не заказано. Что за фигня-то? Или это просто дроп Гелиона? Наверное, это просто дроп Гелиона даже. Хотя не, посмотрите. 4 гелика Марики, все это вперед летит. Видит зерк прекрасно этот врыв сейчас. Ни одного. Вот был бы Хелбат Пуш, все это ГГ было бы. Гелики приезжают, с мариками дерутся против королев. Рабочие под ударом, оказываются, Гелионы неплохо там разваливают рабу. Королев тоже разваливает сейчас у нас Кин. Но не до конца разваливает. В итоге просто, как мне кажется, выгоднее было бы королевами попытаться рабочих побольше нажечь бы. Фу, королев, блин, королевами, Гелионами, конечно, рабочих попытаться побольше нажечь. Вот, ну и так в плюс тиран здесь пришел, разменялся, учитывая, что часть юнитов ушла. Либератор плюс летает. Так, королева немножечко заблудилась. Дрончики тоже заблудились, но успел улететь. Ну, либератором улетело толку. Муталиски все догоняют. Тут вот видишь, с муталиском либераторов даже улетать не надо. Лучше бы, может быть, остался разложенным. Вдруг бы ошибся сейчас с Гепарчу и дрона одного бы туда ввел, еще он бы мог убить бы. Ну, хотя, если улетаешь, время протянул немножко. То есть мутка пока гналась, пока убивала. Кин дал себе возможность туреток подстраивать немножечко. Есть у нас плюс 2 либератора, 4 клончики, есть на второй Марике танк. Более миту в плюсике. Тут ЗЦ-шечка на третью перелетает. Здесь приходят 4 гелика, либераторы, циклон, мариков достаточно много. Проблема явная у Дефарчо. На третьей базе нарисовались. Мутка врывается. Марики отступают назад. Беллинги пытаются до мариков дойти. До мариков беллинги не доходят. Муталиски все падают практически. Тирана выживает юнитов, ну очень много. Третья база, кажется, сейчас умрет вообще. Это, по-моему, ГГшечка, ребятки. Циклон, смотрите, захватил личинку. Личинку никого не щадят, эти циклоны. Личинки в минус, все в минус. Беднягу Марика окружили брудлинги. И еще и циклоны успели сбить. Сверхэффективные брудлинги просто какие-то. Здесь еле-еле Ким. Очень еле-еле Ким. Отгоняет лингов от третьей базы. Вынужден рабочих был отвести. Прирост вышел. Ну и сейчас пойдет Кин, просто добьет Депарчу 120 на 84 по лимиту. Очевидно, здесь уже в этой всей игре. Нужно вывести несколько рабочих, просто вычинить танк, вычинить либераторов вот этих двух и все просто. Не знаю, почему Кин не хочет этого сделать. Здесь оверси. Овера забрел только что оверси. Посмотрите, какая точка на карте. Казалось бы, лети, да лети, улетает демеджа. А он встал и тупит. Что же делать мне здесь? Не пускают меня сваливать.
Так, Гепардж пытается врыв еще один сделать на Кина. Врыв уже не сделать. Вычинил он наконец-то либераторов танк свой. Ну и все, можно двигаться вперед. Марики вычинятся, сейчас вылечатся медиваками. Либерат много, 150-90 по лимиту, разница просто гигантская сейчас становится. Минки можно взять, можно... Да все здесь можно взять, либера, все био, идти просто убить вообще, и танк. Ну танк, ладно, пусть на обороне здесь постоит. Ну что за жадность? Туретки, билды разные, то есть Тиран здесь двухбазовую такую тему делал, вот тебе и туреток меньше просто. Зато юнитов больше. На некоторых стадиях не ставят. То есть, ладно, в начале туретки можно не построить, но бывает Тираны, Бруска уже игра идет, я не знаю сколько времени, там 20-я минута и много-много басов, у Тирана там на мейне ни одной туретки, нигде туреток нет. То есть, хотя свич мутку вполне может быть, и даже коммуталиски летают, иногда Тираны тут не делают. Привет всем, кто недавно подошел. Кин приходит сюда, в общем-то пробивает здесь Депарчу. Что-то туда-сюда бегает, частью возвращается юнитов, частью идет в атаку. Муталисков просто унизил либераторами, вообще в хлам. ГГ пишет Депарчу. 2-1 Кин. Ну там первый выход зарешал очень сильно зарешал. Минус третья база, минус там пол армии зергу. Его план на игру был просто сбит. Чё тебе, блин, надо? Ещё рано. Ниду с зданиями с разных сторон, да, можно закрыть, там юниты в кучу будут стоять, очень большой сплэш получать будут. Так, еще Бо-3 что ли? А не, не Бо-3. Бо-5 все-таки захожу в игру. Два один Кин. Так что Нидус, да, как бы один из вариантов отбивания Нидуса, это закрыть с разных сторон. Но все равно это здание-то можешь закрыть с разных сторон Нидуса, ну, зданиями Нидус. Но если тебе нечем юнитов убивать, то это тебе никак не поможет. То есть это может помочь, если у тебя, допустим, есть один танк. То есть ты закрыл, и там все вышло в кучу, там просто там 7-10 юнитам один танк всем сплэшем попадает. Это вообще жестко тогда, конечно. Или же у тебя есть либератор, он разложился, сплэша у него нет, но невозможно юнитам выйти из его рейнджа, например. Вот. И тогда вообще просто развал происходит.
Так, при таких раскладах это решает. Плюс у Роучи рейндж маленький, даже марики могут как бы по ним стрелять, а они будут не доставать. Такая ситуация может быть. Прилетает Кин Харасис здесь, в общем-то, оппонент своего. Рабочие демеджены очень жестко многие. Отменяет в итоге Депарч. Пришлось долго здесь сидеть. Чуть в итоге все покаталось. Вроде Риппер никого не убил, но сколько рабы не добывали, там, ну, демедж на минералов 50 точно нанес этот Риппер. А то и больше, я думаю. Потому что они вот там три рабочих могли ходки, наверное, по 4 сделать за это время. Плюс и другие катались. Плюс спорки две отменены были. 42 потеряны. Или даже 3 спорка и газ там. 36, да. Плюс 6, 42. Да, 2 спорки и газ были отменены сейчас. Так, пытается настигнуть Рипера лингами здесь Депарчу. Ничего не получается. Кин уходит на этой карте. Вон, отсюда спрыгнул, сюда запрыгнул. Все, уже ничего не сделать. 10 ЦРшечка вторая есть. Передропщик будет Минка Мариков. Здесь у нас Роуч Ворон попер. Так, ну что? Третью хату марики прессуют сейчас. Опять же, кстати, уже Кин прессовал, кстати, китайца и Асону на этой карте точно так же. Китаец отбил, между прочим, третью хату, в отличие, судя по всему, от Депарч, который третью вообще отбить пока не может. Но здесь контррыв. Реводжер и Линги побежали вперед сейчас и Роучи. Но зато на третьей базе терпеж полный идет со стороны Депарча. Здесь Линги забегают, их просто танк расстреливает сейчас. Нужно депошечки восстанавливать. Марики спускаются вниз. Депошка падает моментально практически. Нужно КСМок взять, чтобы помочь отбиваться. КСМок берет, помогает ими отбивать. Сейчас Либератор разложен. Либератора, кстати, никуда не денешь отсюда, как говорится. Из сказки Либератора не выкинешь сейчас. Депушечки падают понемножку. Танк неплохо наваливает. Здесь врыв под Либера пошел. Успевает вычинить Кин сейчас. А не, не успевал. Ну, сначала успевал, а потом все-таки демеджа хватило Зергу. И вычинить не получилось. Заходят Реводжеры сейчас линги в рабочих. Нужно спускать танки сверху вниз. Что и делает сейчас Кин. Спускает танки сверху вниз. Танков 3 штучки здесь есть. Зерг с двух баз уже фактически улынет, и, естественно, его план проваливается. ГГ пишет Депарчу. Это 3-1, ребятки, это 3-1. Это полный зашквар. Хотя, в принципе, финал как финал. Ну,
Ну что, ребят, в общем, Do You Cup и Kung Fu Cup выложу на YouTube я попозже чуть-чуть. Вот, а пока что поеду на квартиру там делать дела. По обстоятельствам дальше будет развиваться все, как и обычно. То есть, если будет возможность, приеду вечером, постримлю ФП. Если нет, то тогда уже завтра ждите меня. Ну, завтра нету Старлиги, так как она кончилась. Завтра будет Do You Cup, опять же. И завтра будет еще что у нас? А, завтра финал месяца Do You Cup, Блай против Солара. Там интерес достаточно будет. Корейский сервер, правда. Как-то так. Короче, ребят, всем спасибо за внимание. Либо до вечера, либо до завтра. Увидимся.